Простым русским словом пиздец. Эмоции немножко поутихли, поэтому чуть-чуть поделюсь своими мыслями. Ну, во-первых, деревяшка была не твердая, это клен, довольно мягкое дерево. Вот это не клен, это что-то другое, более твердое. То есть здесь она выдержала, а вот пенек нет. Я, конечно, понимаю, что батонинг это не совсем какое-то целевое назначение, не совсем целевая работа для ножа. Вот. Но все-таки, конечно, жалко, потому что все равно я его не сильно нагружал. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Опять же, то, что он лопнул в самом толстом месте, не кончик, по которому я бил, а самое толстое место. Ну что могу сказать, эта сталь, как я и предполагал, она предназначена только для кухни. Она не предназначена для каких-то тяжелых испытаний на природе. Вот. Только кухня.
Я думаю, что это касается не только вот Дорсмана, но и всех ножей из этой стали. То, что у меня повело Western Hunter во время батонинга, то, что лопнул этот нож. Я уверен, что если бы я купил Light Hunter, там Pendleton, по-моему, Hunter Light, и с ним бы тоже что-то случилось. То есть здесь дело не в ноже, не в спусках, не в форме клинка, а именно в стали. Сталь практически почти дерьмо. То есть для туриста, особенно для туриста, который уходит надолго в лес, куда-то там, я считаю, что этот нож не подходит. Эта сталь не подходит. Я думаю, вы со мной согласны. Спасибо за внимание. До новых встреч.